Парни, к сожалению, проиграли в первом же туре СПБ Гекита. Расскажите ваши эмоции после этого. Ну, эмоции не очень положительные, так скажем, но и не отрицательные, потому что все-таки первый раз вышли на песок. Приятно было поиграть, почувствовать мяч, встретиться с ребятами. В общем, здорово. Не зря приехали, в общем, проиграли. И ладно, идем дальше, будем выигрывать. Ну, проигрывать, так скажем, не всегда интересно. Но мы так, так как мы приехали в таком небольшом составе, а против нас, как тренер мой говорил, вышло китайское население, как бы по физухе тоже многие не вывезли. Вообще, по сути, мы первый раз так собрались с таким составом. Ребята, видно, что подготовлены были, что-то не пошло у нас, что-то пошло у них. Ну, в общем, фортуна победила. Могли мы выиграть, могли они выиграть, но не в нашу пользу сложилось, к сожалению. Парни, по матче со стороны казалось немного, что физухи какой-то не хватает, или это, может быть, скамеечка не слишком длинная? Каковы ваши этому слова? Ну, конечно же, это скамейка, глубины не хватило, запаса. А так ребята как бы все подготовлены, с физикой все вроде около дела, в порядке. Ну, конечно, на газоне закончилось, отдых был, немножко набрали, тоже сказалось, поэтому на песке еще вдвойне тяжелее. Ну, вот как-то, может, из-за этого. Ну да, тут два фактора сыграли. Это скамейка, ну и сама физуха, потому что только-только недавно СФЛ вроде закончился, вроде на спад все пошло под конец сезона, а тут фигак и на песок уже выходить. Все равно немножко тяжеловато, тем более перестраиваться после газона на песок, мяч другой, поле другое, игроки тоже другие, правила другие. В общем, это тяжело на самом деле все. Но играть интересно. Парни, команда «Сатурн», какие задачи ставят на этот кубок по пляжному футболу? Просто сыграть, попробовать себя на песке. Ну, может, где-то еще закрепиться, поиграть. В общем, в дальнейшем развиваться в пляжном футболе. Ну, хотелось бы, конечно, кому-то. И вообще новый вид освоить для себя. Некоторые в первый раз играют, поэтому интересно и перспективно, наверное, в дальнейшем. Ну, в связи, у каждого свои задачи. Вообще, в связи с будущим сезоном СФЛ, так как составы меняются, команды меняются, и тут в «Сатурне» много людей было, с которыми мне предстоит в следующем сезоне играть, то есть с ребятами познакомиться, как бы поиграть, так. Ну, в общем, больше сплотить коллектив, ну и, конечно же, выигрывать, потому что кому интересно проигрывать, мы только за этим сюда и приходим.